Друзі, всім привіт! Ви на YouTube-каналі «Фабрика новин». Моє ім'я Катерина Федотенко. І нині маємо розмову із Борисом Тизенгаузеном, політтехнолог, експерт з управління репутацією. Пане Борисе, вітаю вас. Добрий вечір. Слава Україні! Героям слава! Пане Борисе, давайте почнемо із огляду заяв російського президента Володимира Путіна. І вчора, і сьогодні наговорив він чимало. Як вам? Чи почули щось нове? Нет, и причем я услышал то, что у Путина есть проблемы с оправданием вот целей так называемой спецоперации, то есть он придумывает новые цели. В этот раз он сказал, вот он так похихикивал, как, ну не знаю, как какой-то персонаж, укравший что-то и радующийся от этого, он похихикивал и сказал, что ну вот смотрите, новые территории, это же неплохая история, неплохой бонус от так называемой спецоперации. То есть мы понимаем прекрасно, что если рядовому россиянину в лоб сказать, смотри, ты воюешь за новый кусок земли. Вот там в Украине ты отвоевал, там, не знаю, 100 тысяч гектаров новой земли. Рядовому россиянину невдомек, что у него в России неосвоенных земель сотни тысяч гектаров. То есть Путин, он чувствует себя абсолютно как какой-то, ну не знаю, даже уже не правитель, он чувствует себя как бог в России, который говорит, вот теперь я вот этой рукой правой, там не знаю, или левой поменял цели спецоперации, и теперь они такие. И все россияне, они вот так упали в поклон, говорят, боже, это же новые земли, это же прекрасно. Невдомек россиянам, что Путин Китаю в аренду сдал земель, сейчас скажу вам, точно в раз в пять больше, чем он ну, признается им в завоевании. То есть он им сдал земель Китаю в пять раз больше, чем Крым, чем кусок Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей. Китай уже давно освоил эти земли, и не Китай, я думаю, там же Китаю на 49 лет в аренду эти земли сданы. Я думаю, что Китай никогда эти земли не вернет России. Ну и, наверное, это были какое-то условие. А Россия попросит? А что такое Россия? Давайте вот так. Давайте, что такое Россия попросит? Россияне не попросят. У россиян уже 100 лет, как никто ничего не спрашивал и не будет спрашивать. Путин отдаст и скажет, так нужно было. Самое интересное, что в России сейчас главный посыл от этих низов, он следующий. Там наверху, вот там наверху, Путин все знает лучше нас. Мы люди маленькие, мы черви, мы молекулы, мы микробы. Не нашего ума дело, куда идет война, не нашего ума дело, каковы цели этой войны. Путин знает лучше нас. Вот и все. То есть мы все время себя спрашиваем, а спросят ли россияне, а вдруг будет какой-то бунт низовой, или а вдруг что-то там произойдет, что россияне о чем-то спросят у Путина. Никогда не спросят они ни о чем у Путина. Путин сам им скажет, вот этой вот сияющей дланью, скажет, вот туда идите, и все. То есть в России общество построено абсолютно по другой модели. И рядовой россиянин уже... Ну, я думаю, что в ближайшее время точно лет 10 даже не будет иметь права спросить что-то, куда движется Россия, каков путь русского мира и в чем этот русский мир, собственно, ну, в чем его идея. От ви говорили про те, що Путін сам не може визначитися з цілями СВО, так званої, і... Аналітики Інституту вивчення війни думають, вважають, що це може бути така задумка, знаєте, мовляв, Путін намагається ввести Захід в оману, говорячи про різні цілі цієї так званої операції. Як ви думаєте, чи вдається йому? Мені кажется, аналітики Інституту изучения війни сильно лістять Путіну і підігрують. В том плані, що вони говорять, можливо, є якась ціль. То есть вот сам факт того, что, возможно, есть какая-то цель, это подыгрывание. Нет никакой цели. Цели формируются, исходя из ситуации на фронте.
Сбежали из Херсона. Это наша цель. Вот такая она была. Сбежали из Харьковской области. Так мы там линию фронта выравнивали. Будут объявлять вторую волну мобилизации. Путин ответит на вопрос. Вы знаете, почему нужна вторая волна мобилизации? Потому что мы воюем против не просто блока НАТО, против англосаксов, сатанистов, там, не знаю, кого-то еще. Против нас миллиардная... Да. Против нас миллиардная армия, поэтому вы должны умереть. И россияне, как знаете, как вот эти, ну не знаю, покорные слуги какие-то, они вот так идут на поклон и умирают. Вот в этом-то и проблема, что в россиянах настолько забиты базовые инстинкты, в том числе инстинкт самосохранения, инстинкт выживания. То есть они говорят, хорошо, но мы пойдем и умрем в окопе. Как? Вот как? Как современный человек, давайте хотя бы этот вопрос себе зададим, ладно, им не будем задавать, себе зададим. Если бы нам Зеленский сказал, слушайте, там Венгрия чего-то не то устраивает, давайте вы пойдете умрете за мои идеи, мы что мы ему скажем в ответ? Мы скажем, Зеленский, нет, это вопрос дискуссионный, давайте обсудим. То есть в этом-то и разница нашего общества и российского, что мы можем задать вопрос своему президенту, а они этого сделать уже 20 лет не могут. Они забыли, как это делается, и они не хотят вспоминать. Потому что как только ты вспоминаешь, что ты можешь задать вопрос президенту, к тебе в дверцу стучится ФСБ и говорит от 5 до 7 лет. Но в теории, через много лет, могут ли вспомнить, как вы думаете? И что должно произойти для этого? Ну, Россия должна развалиться, и должны быть разные государства. И вообще, как быть с людьми, которые сейчас находятся на территории Российской Федерации, которые яро ненавидят Украину, а нам с ними придется все равно жить по соседству? Нет, нам не придется с ними жить. Дело в том, что когда... Вот я вспоминаю один... Читал про это много... Вспоминаю исторический момент один, когда Берию признали врагом народа. То есть Берия был это такой просто, ну, как это, наводящий ужас. Вот как для россиян сейчас Кадыров или Пригожин. Наводящий ужас персонаж, который просто мог, просто при слове Берия все на кухне затихали. И вот когда Берию признали врагом народа, начали снимать его портреты из школ, там еще откуда-то, вот жители Советского Союза, граждане Советского Союза, они сказали, как это мы раньше не замечали, что он вражина такая. Вот здесь будет та же самая история. Сработает, Борис. Вы думаете, сработает? Это все не вы, это все Путин? Конечно, сработает. Конечно, сработает. То есть, если завтра поменяется власть в России, если завтра новый ставленник, неважно, кто это будет, скажет, вы знаете, Путин нас вел не туда, Путин на самом деле оказался агентом Госдепа. Он приблизил НАТО к нашим границам. Смотрите, Финляндия, смотрите, Швеция. Он понизил статус России геополитически до рекордного исторического минимума. Все скажут, боже, а этому человеку, который будет говорить, ему же будут точно так же, как Путину, подчинены все телевизионные там, федеральные каналы. И там и та же Скобеева, Соловьев, не знаю, Симоньян начнут говорить, как это мы раньше не замечали, а ведь он действительно вел нас в пропасть. И все, и рядовые россияне скажут, ну да, 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 действительно. То есть они не будут анализировать. Вот в чем наша разница. Мы свою власть при случае можем снести, если вдруг нам что-то не нравится, а они своей власти даже наперекор слова никакое не могут сказать. Поэтому вот вот бунт низовой невозможен. Бунт возможен только элитный, а элитный бунт, ну, это, наверное, только путч. То есть, когда военные вступят на стороне вот тех бунтовщиков и скажут, что давайте от Путина избавимся, и все. И Путин, кстати, он напуган. Вот он, может быть, и хотел бы трансфер власти устроить, но он напуган результатами трансфера власти в Казахстане, когда Назарбаеву обещали вроде как вот там и Нур-Султан будет столица называться, да и там с тобой будет все в порядке, с твоей семьей. В итоге оказалось, никак не будет Нур-Султан называться столица,
обнулим тебя, если нужно будет. Поэтому Путин очень напуган в этом плане. И да. Одна из його заяв була про те, що, я зацитую, в результаті проведення спецоперації всім прийдеться согласитися з реаліями на землі. Як ви трактуєте ці слова, що вони взагалі по-вашому значать? Я вообще наблюдаю, кстати, ну, может быть, не только я, но и какие-то психотерапевты, которые наблюдают за Путиным, они для себя отмечают очень важные вещи. Путин все свои страхи выдавливает из себя. То есть Путин никогда не говорит просто так. Он говорит, например, а зачем они убили генерала Сулеймани? И все такие, боже, Сулеймани, его убили уже 100 лет назад, это иранский, значит, военный, зачем он об этом вспомнил? Или он говорит, а, ну а зачем вспомнил? Потому что он сам боится этого. Потому что Сулеймани нас, на секундочку, убили не в Иране, собственно, чьим высокопоставленным военным он являлся, а в Ираке. И убили Сулеймани с беспилотников, и приказ дал Трамп. Причем это было очень ситуативно, об этом это известная история. И Сулеймани взяли и убили. И Путин говорит, как это они сделали? Зачем они так поступили с ним? Он боится этого. Из него эти страхи лезут просто. И Путин, например, когда говорит там, про резиновую попу, не знаю, сидеть ровно и не крякать, это все его страхи, которые лезут из него. Когда он говорит про какие-то гендеры или там, как он это назвал, не гендеры, а трансформации, да, о которых я не знаю, он все прекрасно знает. Это все лезет из него. И точно так же он говорит, вот на Земле, значит, какие-то неприятности будут случаться. То есть поэтому Кремль вбрасывает сейчас историю про этот Ноев ковчег. Вы же слышали, да, прекрасно? А это Кремль вбрасывает, по-вашему, да? Да, конечно. Я уверен в этом на 100%, что Кремль вбрасывает историю про операцию «Ноев ковчег», по которой Путин якобы должен исчезнуть или появиться где-то в Венесуэле или в Аргентине. Это полнейший бред. Полнейший бред. Почему Путин никогда не появится в Венесуэле, в Центральноафриканской Республике, в Аргентине или где-то еще? Потому что ему гарантию безопасности там никто не даст. Сегодня там Мадуро, завтра там, по его мнению, марионетка Соединенных Штатов. Все, гарантии обнулены. Поэтому это исключительно Кремль вбрасывает. Ну, я думаю, что сливают эти инсайды и политтехнологам, бывшим Кремля в том числе, для того, чтобы мы об этом с вами просто говорили. А где-то там Путин в Венесуэле или где-то в Аргентине окажется. Это полнейший бред. Он не для того себе крысиные норы роет в Геленджике с аквадискотеками, чтобы уезжать потом куда-то. Поэтому Путин будет жить... Да, Путин будет жить да. Путин будет недолго и умрет в какой-то из нор на территории Российской Федерации. До Гааги не доедет. Проблема в том, что Гаага его туда, ну это слишком долгий процесс. И Путин, и все те, кто с ним должен сидеть на одной скамье, я сейчас говорю про Шойгу, про Суровикина, про Симоньян, Скобееву там и всех остальных пропагандистов. То есть Гаага сильно, сильно инерционный процесс. Десятилетиями этот процесс может длиться, Путин не доживет. И мне кажется так. Цікаво. Стосовно того, ви говорили про те, що Путін боїться. Багато чого він боїться, але вкидається в інформаційний простір ртом Путіна Пісковим. Те, що нібито Путін планує відвідати окупований Донецьк. Як ви думаєте, для чого це все робиться? Путин сейчас, смотрите, какая штука происходит. Если раньше Путин повестку формировал, то сейчас Путин на повестку отвечает. То есть есть ряд вопросов, которые для Путина пока что остаются без ответа. Например, а как это так, Зеленский в Херсон сразу приезжает? Как это Зеленский с Борисом Джонсоном гуляет по Крещатику? Как это Зеленский выходит на Банковую и там под открытым небом что-то записывает, а Путин все из бункера делает. Поэтому они, есть такой прием в пропаганде, отзеркаливание называется. То есть они просто зеркалят, и вы видели, как
Скобеева сказала: «А как там бункерный Зеленский? Вон, смотрите, Путин катается на Мерседесе по Крымскому мосту». То есть это чистое отзеркаливание. Когда вы говорите, у вас погибло 100 тысяч человек, у россиян, а вы говорите, у украинцев 100 тысяч погибло, вот так вот. Или когда вы говорите, украинцы своими снарядами обстреляли роддом. Это чистое отзеркаливание. Это для внутренней аудитории, не для внешней, но это работает. И мне кажется, что Путин на Донбасс, ну не Путин, а его двойник, поедет, конечно. Будет там, может, какие-то для Путина реального совершать какие-то пассажи нехарактерные, ну, мол, там вот где-то будут взрывы слышны, в окоп куда-то будет спускаться, но это будет не настоящий Путин. Для того, чтобы понять, настоящий Путин это или нет, следует помнить одну простую вещь, что настоящий Путин даже со своими близкими людьми, такими как Шойгу, Лавров, встречается за 10-метровым столом. Даже на этом форуме по искусственному интеллекту он возмущался. А почему это вот этих вот людей посадили на 100 метров от меня? Не надо так делать. То есть настоящий Путин никогда в жизни не поедет туда, где опасно. И плюс, я не раз повторял, и, наверное, мое мнение совпадает с мнением Кирилла Буданова, который говорит, что у Путина несколько двойников. Для чего Путину двойник? Не только для того, чтобы обезопасить себя, но и для того, чтобы поехать в какую-то просто-напросто сложную командировку. Россия большая страна. Чтобы полететь на Дальний Восток, например, куда-то, вам нужно часов 12 на самолете, потом на вертолете, потом на машине. Это для 70-летнего деда с кучей, с букетом болезней. Это сложно. Поэтому он туда отправляет этих двойников. Каждый диктатор, который сидит долгое время на своем троне, он заводит себе этих двойников, хотя это опасно. Они могут его там рано или поздно заменить, и никто не заподозрит чего-то там неладного. Но Путин этих двойников себе завел, я в этом уверен. Цікаво, тобто на Кримському мосту так само був Путін, на вашу думку? О, не он. Ой, На не Путін, Кримському мосту. а двійник. Да, я думаю, да, безусловно, потому что, судя по тому, что наши или какие-то другие беспилотные аппараты в глубину на 700 километров залетели на территорию России и ПВО не сработало, то для Путина это новый кошмар. Он теперь будет в холодном поту просыпаться и видеть, и хватать этот доклад, что же это за беспилотники там были, и кто их туда послал. І Это для скільки него новый кошмар. Да, звук да. дрона. З точки зору репутаційної, хотіла у вас запитати, тому що цього тижня так само були обстріли Російської Федерації України 5 грудня, якщо я не помиляюся. І як реакція мер Києва Віталій Кличко припустив, що в разі продовження таких ударів по критичній інфраструктурі на Київ може чекати сценарій апокаліпсису, коли в будинках буде неможливо жити за низької температури. От на вашу думку, це як? Це попередження, це залякування? І як відобразиться на, я не знаю, рейтингу довіри до самого пана Віталія Кличка така заява? Как для политтехнолога сложный вопрос. Ладно, дам ответ на него. Дело в Будь том, что Виталий Кличко, он не получает информацию из Генерального штаба, он не получает информацию из Минобороны. То есть все, что загружается в аналитическую модель, когда, ну, анализируют, вот если там 100 ракет прилетит, и все они попадут в определенные объекты. У него нет такой информации, ну, насколько я знаю. То есть просто хайповать на истории... Тут даже не только про Виталия Кличко, как это, тема, наверное, да? Тут вопрос вообще про наших политиков, которые влазят в истории, к которым они не должны иметь отношения. Когда политик пишет: «Срочно все в укрытие, оставайтесь там», и там что-то еще. Политик не министр обороны,
не представитель генштаба. Я понимаю, что это какая-то гонка за хайпом. Я понимаю, что мы и без вас видим по телеграм-каналам, что нам пора в укрытие. Да. То есть что вы хотите от этого? Должен быть какой-то один канал информации. Один проверенный, понятный канал информации. Генштаб, не знаю, Анна Маляр, Резников, Залужный, кто угодно, спикер, должен сказать, смотрите, если будет прилет ракет, то вот будет, значит, блокаут на 3 дня. Как вы будете себя вести, вот вам, значит, рекомендации. Вот и все. Не должны люди гражданские комментировать и давать советы, и прогнозировать, что произойдет, если по военным темам. Это мое личное мнение. Точно так же у меня было это мнение, когда наши все политики вдруг кинулись в начальной фазе войны рассказывать нам, какое оружие к нам приедет. Потом их заткнули, конечно, и сказали, не нужно об этом говорить. Какое оружие, куда и когда. Поэтому я считаю, что в этом плане исключительно компетентные в вопросе люди должны давать подобные советы. Добре, якщо не такі серйозні теми, а тема ялинки у столиці, яка все ж таки буде встановлена. Не така велика, без ілюмінацій, там супер якихось мега яскравих, але вона все рівно буде. Вона буде не в метро, так, а вона буде на площі. Як ви думаєте, чи правильно було це рішення з точки зору репутації? Знову ж таки, як до експерта з управління репутації. Я думаю, что людям сейчас хоть небольшая часть хороших, позитивных эмоций нужна. Я понимаю, что это риск. Я понимаю, что елка на Майдане – это большое скопление людей, и, возможно, там туда ударят россияне. Но у россиян всегда есть куда ударить. Посмотрите на наш Киев. Там в ЦУМе всегда куча людей. Есть места, где этих людей, ну, реально много, где мы с вами постоянно ходим. Я считаю, что людям нужна небольшая отдушина. Вот в перерывах между депрессивными состояниями, когда ударят, сколько ударят, как повидаться с роднёй, которая за границей, как восстановить бизнес и так далее. В перерывах между этими грустными моментами должны быть моменты радостный и, ну, эмоциональный. Я считаю, что... Метро в таком выпадку. Там же ж безопасно. Ну, я сейчас просто в общем говорю. То есть в метро, на Майдане, где угодно. То есть людям нужно дать возможность в войну и получать позитивные эмоции. Это будет правильно. И будет это в метро, концерт какой. Там ограниченное количество людей может зайти в метро. Мы прекрасно понимаем. Будет ли это трансляция, не знаю, через Дию людям можно концерт какой-то транслировать, каждому персонально обратиться. У нас же такой есть крутейший цифровой инструмент. То есть мне кажется, что наше правительство, наша Верховная Рада, офис президента, да и вообще наши политики должны подумать о том, как людям хоть чуть-чуть сейчас добавить позитивных эмоций вот именно в том состоянии, в котором они находятся. Потому что если мы произведем... Я сейчас просто... являюсь, наверное, ну, участником одного из проектов базового такого большого скрининга психологического, что происходит с нашими людьми в стране в целом. Я вам хочу сказать, что, ну, все на самом деле очень, точнее, не очень хорошо. И количество домашнего насилия, и количество разводов, оно увеличилось, ну, в серьезных пропорциях. И нашим людям нужно дать возможность немножко выдохнуть. Да, пусть Путин, я уверен, что он будет бомбить нас и стрелять эти ракеты и в Рождество, и в Новый год. Но все равно мы с вами хотим немножечко хотя бы на несколько минут вернуться в нормальную жизнь. И людям нужно дать эту возможность. И как Кличко эту возможность реализует или какие-то другие мэры по всей Украине. Это будет зависеть от них. Если они это, как всегда, криворуко сделают, поставят елку и, не знаю, там, сгонят туда или скажут, вот она елка, идите туда. Дайте людям просто понятный какой-то праздник, который они могут хоть чуть-чуть ощутить. Да, дальше они будут донатить на вооруженные силы, дальше они будут помогать волонтерам, но
нельзя загонять людей в глобальную тотальную депрессию. І наостанок ще хотіла запитати про обіцянки чиновників високого рівня, зокрема, деякі з них говорили про те, що за півроку вже будуть спілкуватися з журналістами з Криму. Так само той самий пан Олексій Данілов говорив про те, що навесні Збройні сили України зайдуть в Луганськ, Донецьк, Севастополь. Ось ці обіцянки, вони грають більше на політика чи проти політика, тому що фактично весна вже скоро. Данилов не политик, и Залужный не политик. То есть, вот когда они скажут, что я формирую свою политическую силу, там, партию, тогда, да, они станут политиками. Мне кажется, что... Вот... Да, чиновники, вот об этом речь. То есть, чиновник, а чиновник, отличие чиновника от политика, есть одно. Чиновник берет на себя ответственность, и если не выполняет, он может понести, ну, справедливое наказание, я надеюсь. А политик, он может, простите, трындеть все, что угодно. Мы это видели неоднократно. Долгие-долгие годы, и газ в 5 раз ниже там цена, и все, что угодно. Вот. Так вот, обещания такие чиновника, причем такого конкретного чиновника, я, кстати, Данилова очень уважаю, который просто говорит, вот так и так, мы в Крым зайдем весной. Или Буданов говорит, мы в Крым зайдем до лета. Вот этим людям я верю, потому что это реальные функционеры и чиновники. Они не классические украинские политики, которые могут себе позволить врать, ну, прям до любых пределов. И я, кстати, рад, что многие классические вот такие украинские политики старой формации, динозавры, как я их называю, они ушли в небытие и больше не вернутся на наш политический Олимп. Поэтому, слава богу, приходит время конкретных людей, которые отвечают за свои слова. Я надеюсь, что так дальше и будет. Мы теж цьому дуже раді. Пане Борисе, дякую вам за це інтерв'ю. Спасибі, що приділили нам час. Друзі, це був Борис Тезенгаузен, політтехнолог, експерт з управління репутацією. Я Катерина Федотенко, ви на Фабриці новин, тому не забудьте обов'язково поставити вподобайку цьому відео, прокоментувати його і, звісно, що підписатися на наш YouTube-канал. Гарного вечора, гарних вихідних!